А сегодня в нашей программе Enchiladas. Это трубочки из тортильи с сыром, помидором и мясом. Ну, здесь еще, понятно, фасолевый соус, рис дают нагрузку, чипсы. Это сметана. Ну, клубничка не в счет, это просто для клубнички. Ой. Что-то она прокисшая немножко, сметанка. Да не, нормальная, пойдет. Там уже, в принципе, мы все отстрелялись. Главное, чтобы в самолете работал туалет.